Всем привет! По просьбе подписчиков решил сделать небольшое сравнение до ремонта и после ремонта. Значит так, мотор абсолютно холодный. Берусь за штаны. То есть спокойно. Заводим. Без подсоса завелся отлично. Сравнение, значит, по шумности мотора. Сейчас обороты чуть-чуть даже ниже холостых, примерно 800. Работает немножко неустойчиво. Видео уже будет понятно, насколько изменился шум двигателя или не изменился. Есть ли вообще какая-то разница? Итак, хватит, наверное. Ставлю, соответственно, вырезки видео там, где я заводил в самом начале мотор, перед сливом масла, перед началом всех абсолютно работ. Такое коротенькое видео. Не забывайте оценивать. Всем пока.